Кажется, местных уточек ничуть не смущает цвет воды. Водоем в центре Копейска окрасился в ядовито-зеленый цвет. Многие местные жители подкармливают водоплавающих, а вот в чем причина смены окраса городской ливневки, не знают. Часто здесь кормите уточек? Да, постоянно почти. Постоянно. Их здесь много? Ну, бывает много. По осени вообще очень много уточек. А зеленая вода, каждый год вот такая, летом. Каждый год? Да. Это не первый случай? Не, у. А почему она становится зеленой? Откуда я знаю? Я что, химик, откуда выпускает эту дрянь? Грязно. Вот смотрите, сколько у нее уже вон здесь, ну, отравленная вода. Вот. И нам бы хотелось, чтобы все было нормально. Вот. Вот, чтобы администрация сделала. Где у нас экология? Надо позвонить Роспотребнадзор или где это там. Копейчане начали бить тревогу. В социальных сетях неравнодушные жители делились фотографиями воды странного цвета. Гуляли вчера, 30 июля, возле автостанции Копейска. Увидели вот такую ужасную красоту. Неужели слили химию или техническую воду и систему отопления? А там утки плавают и голуби воду пьют. Куда смотрит администрация города Копейска? Каждый день наблюдала здесь, как неравнодушные копейчане подкармливали уточек. Посмотрите, что там происходит сегодня. Просто вылили какие-то химикаты. Похоже, нашей администрации совсем не интересно сохранение кусочка дикой природы, что является редкостью для городской среды. Ужас! Сегодня вот такая красота на речке Вонючки у автовокзала. Говорят, теплосети готовятся к зиме. Надеемся, что ничего страшного для местной флоры и фауны не произошло. Отдел экологии Копейска просит жителей не беспокоиться. Краситель, попавший в коллектор, безвреден. По информации Минэкологии, на прошлой неделе проводились работы для проверки систем теплоснабжения. То есть при этом применялся экологически безопасный реагент уранин-А. Он вообще используется в самых разных отраслях промышленности, в теплосетях его используют для обнаружения утечек. Но еще раз повторюсь, он для окружающей среды он абсолютно безопасен. Он хорошо растворяется в воде и не представляет собой никакой опасности. Гораздо больше вреда водоему наносят люди, которые бросают в воду всякий мусор. По всему берегу и в воде валяются коробки, бутылки и фантики. А ведь это могло бы быть местом, которое украшает город, а не пугает своим внешним видом. Вот устки же, если бы был бы какой-то, сам здесь бы устки не жили. Здесь арендаторы растут. Да, вы что, вы видели здесь арендаторы? Да. Они здесь есть? Они здесь есть. Надежда, что ситуация возле автостанции изменится, есть. Проект по благоустройству прилегающей к ливневке территории победил в голосовании инициативного бюджетирования. В следующем году здесь начнутся работы.